Как вы видите, в своем лансере нахожусь. Я ж собрал его, все, огонь. Ну, в плане чего собрал движок и все. В общем, ситуация такая. После сбора двигателя, ссылка здесь, я проехал где-то 1000 километров. Что выявил в этой машине? Она ни хрена не едет. В том смысле, что с малых оборотов машина очень тяжело набирает. Вот именно на маленьких оборотах, где-то до 2-2500, прям ей тяжко. Почитал в интернете, что может быть. Я думал, ну, раз она 1.5, она так и едет. Хотя Кент говорит, у меня был 1.5, он по-другому ехал. Первое, что в голову взбрело, вот. И у меня при этом горит чек. У меня есть там сканер обычный, OBD-шник второй. Я, в общем, посмотрел, из-за чего чек горит. Второй датчик кислорода, получается, ошибка у него. Я сейчас точно не вспомню. И у меня возникла такая мысль, может быть, у меня просто катализаторы забиты. Машина после девушки, она на ней долго отъездила. И я снизу посмотрел, там все целое, то есть катализаторы по-любому не вырезаны. И вот я хочу попробовать их вырезать, вставить трубу обычную, никаких пламегасителей, там других катализаторов универсальных, ничего. Просто взять, вытащить ее заводские, у нее два катализатора, и варить туда трубу, после чего прошиться. В общем-то, и видео и об этом и будет сегодня. Поэтому давайте я сейчас покажу примерно, как машина разгоняется. Секундомера у меня нету. Смысл видео в чем? Хочу посмотреть, даст это результат или нет. Вот если взять, вырезать катализатор и не прошивать машину. Может быть, ей совсем тяжело, потому что ну с малых, особенно где-то в пробке, ну прям чувствуется, что машина задыхается. И если ей крутить, конечно, там после 3, 4, 5, то она вроде бы и едет. Но до 2,5 как бы тяжковато. Че, пробуем? Говорят, звук даже изменяется, типа басистый становится, если убрать катализаторы. Хрен знает, посмотрим. Мне звук не так важен, как важен сам эффект и результат. Ну вот так я задомкратил ее. Надеюсь, хватит не место глушак снять. Я полностью его сразу сниму, там так проще будет на месте все потом приварить, трубки вставить. Как-то так. Продолжаем. Колесо надо заднее снять. Колесо мешает. Переднее вроде не мешает. Сейчас ВД-шкой все пропшикаю. Будем пробовать снимать глушак, трассу. Так, ну все, подождал 5, чуть больше. Сейчас буду пробовать откручивать глушак. Здесь два болта. Опа. Потом здесь. Вот он, ребята, катализатор. И вон еще болты. Ой, блин, сейчас покажу поближе. Может пригодится кому. Вот. То есть откручу тут два посередине. Подушку и сверху. Как-то так. Фух. Вот это я поднажал. Короче, смотрите, ребят. Тут два открученных, потом здесь был датчик кислорода, я его смог выкрутить. Здесь вот подушка, выкручивается болт, и вот здесь такая декоративная накладка. Ну, как декоративная, она даже защищает, типа, провод.
Тут я не смог выкрутить датчик кислорода. Ну, мне тут и не нужен, пусть будет. В общем, выкручиваете защитку. И тут такой резиновый кожух, вот он. А под ним вытаскиваете фишка. В принципе, все. Осталось вот перед самим глушаком выхлопом открутить два болта. Откручиваю там два болта, и все, глушак снятый. По сути, мне эти два катализатора нафиг не нужны. Я в дальнейшем планирую какую-нибудь трассу сделать без, соответственно, без катализаторов и с прошивочкой какой-нибудь хорошей, чтобы машина ехала более-менее. Так, ребят, вот она труба. Вот катализатор. Сейчас надо метки поставить, прежде чем отрезать. Чтобы все ровно здесь приварить, чтобы на месте я уже не смогу приварить. Она же не на яме. Фу, жарко сегодня, 30 с чем-то градусов. Отрезаю болгаркой. Наверное, варю трубу сразу. Ну а потом будет что-то интересное с катализаторами. Но это уже другая, ребят, история. Как-то так. Чтобы потом, когда трубку вставлять, чтобы ровно... Ну вы поняли, да? Чтобы... Катализатор наш. Так-то он просвечивается, но что-то мне подсказывает, что он забит. Хотя хрен его знает. Офигеть. Блин, я даже не знаю, забит не забит, но просвечивается слабо. Даже не знаю, как должен быть. Хрен его знает. Иначе его здесь не будет. Вставляю трубки. Трубу приготовил. Вот. Вот тебе. Вместо пламя-гасителя. Пацаны. Интересно, что за звук будет? Я думаю, этот катализатор душит. Мотор нормальный. Определился. Резонатор оставляю. Ну его в баню. Совсем без резонатора, наверное. Я думаю, звук будет хреновенький. В интернете посмотрел. Там особо нет такой информации, что прям резонатор убирали. И я не хочу пытаться пробовать. Все, сейчас вместо катализатора вариваю трубу и смотрим, что изменяется в плане звука и в плане динамики. Появится, нет? Как бы я надеюсь, что появится, потому что машина, я повторюсь, она туговато набирает, даже для 1.5. Я знаю, что 1.5 это, блядь, не едет машина, но может быть из-за вот этой чушки она начнет лучше ехать. Давайте, сейчас я все приварю. И поставлю уже. Это снимать не буду, когда поставлю. Соответственно, звук запишем. Посмотрим. И разгон. Я попробую, как она себя поведет. Так, ребят, ну что, с горем пополам. Заварил я глушак. Сделал вставку. Насрал, конечно. Ой-ой-ой. Надо полуавтомат покупать. В планах купить полуавтомат. Вставка. Близко не буду показывать. Вот, максимальное расстояние. И так захерачите в комментах. Ну, ребят, как получилось. Как могу, так заварил. Старался, но все равно тяжело сваркой. Такой масенькой. Как-то так. Ну что, сейчас подостынет. Поставлю. Уже охота попробовать, что как будет. Так, ребят, ну а прежде чем поставить глушитель, давайте я вам чуть-чуть покажу, что я сделал с катализатором. Вот. И сразу говорю, в конце видео
появится ссылка на другое видео. Или вот здесь сейчас в подсказках. Я запишу видео, как я сдал его, как я сдал этот катализатор и на сколько денег. То есть сколько можно заработать денег с одного катализатора, допустим, с иномарки, с Лансера 10. Сейчас вылезет еще раз ссылка в конце видео и в комментариях тоже сразу. Куда хотите, одно из трех переходите, смотрите, сколько денег у меня получилось. А мы продолжаем. Так, что, ребят, все дособирал. В плане глушителя, честно вам скажу, завел, проверил, чтобы не секло, пока машина в таком положении. Сейчас все быстренько опускаю, убираюсь и едем, проверяем, как она. Ну, на нейтралке я скажу, что уже может быть это чисто для самоуспокоения, так кажется, но кажется, что лучше стало. Поэтому давайте, ребят, сейчас все соберу и поедем, попробуем, как она себя покажет. Так, подсобрал, что, послушаем, как на холостых работает. Звук, ребята, немножко отдает чем таким мопедом, что ли. Ну, такой себе. Ну, прикольный, конечно, но не то, чего нужно хотеть. Поэтому как-то так. Но все равно прикольный звук, так или иначе, погромче стал. Но не басисте, это нельзя назвать басисте. Это первое, что изменилось. Сразу говорю, не обсирайте за то, что не показал звук до. Просто забыл, не думал про звук вообще. Думал про именно про динамику, как будет ехать. Сейчас уже попробуем непосредственно прокатиться на ней. Так, ну что, ребят, попробуем. Не знаю, до сотки, не до сотки. Но по ощущениям хрен его знает, честно. Ну вот давайте даже сейчас. Аккуратненько встанем. Аккуратненько. Звук изменился, не сказать, что прям стал хороший, но такой брынчащий звук. Конечно, сразу говорю, датчик сейчас показывает всякие непонятные показания, 34-35 литров на сотку. Я читал, что такое бывает, что все, надо прошиваться, потому что кислородники уже начинают херней страдать. Ладно, ребят, все, спасибо за просмотр. Вот так вот получилось без катализаторов. Думаю, что так или иначе лучше машине стало, чем хуже. Поэтому давайте, ребят, до следующего видео.